Приветствую вас на своем канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть Call of Duty 4, Warface, Race, Mace и тому подобное. Mace, Face. Бои продолжались всю ночь. Силы ВМС США пытались прорваться через город в поисках Халеда Аль-Асада. На улицах периодически слышны выстрелы. Войска Аль-Асада продолжают отступать к президентскому дворцу. Говорит лейтенант Васкес, кабан в пути. Такое веселье мы ни за что не пропустим. Танчик, ага, пулемет, пушка, какая прелесть. Кабан, день третий, 16:30. Ой-ой-ой. Б-6, мы выбрались из болот, спасибо за помощь. Будем удерживать левый фланг и обеспечим огневую поддержку. Конец связи. Пулемет, это очень хорошо. Сопровождать танк. Так. Еще и вертолет есть. Хорошо. Б-6, мы выбрались из болот. Спасибо за помощь. Будем это вот из болота он выбрался. Ага, так, ладно. Конец связи. Блин, да как так-то? А, вас убила граната, следите за индикатором гранат. Ладно. Вот, блин. А я их даже не видел. Бля! Прошу прощения. Твою ж мать-то. Кто не жалеет о крушении советского? Спасибо за помощь. Будем удерживать левый фланг и обеспечим огневую поддержку. Конец связи. Так, осторожнее, аккуратнее. Так, валим. Перезарядим и продолжим. Давай. Господи, как тут все запущено в этом плане. Да. Ой, был бы я на танке на своем, на хомяке бы. Вы бы охренели бы у меня тут все толпой. Где? Давай. Спокойно. Бежим. Блин. Б-6, по фронту возможно. Так. Б-6, мы выбрались из болот. Спасибо за помощь. Будем удерживать левый фланг и обеспечим огневую поддержку. Конец связи. Еще где кто есть? Ага, не помогает огонь по вертолету. Только растрата патронов помогает.
давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Сука, ротами. Ай-яй-яй. Давай, где еще вертолеты есть? Давай. Уничтожай. Б-6, по фронту возможна засада. Мы подъедем, когда расчистите территорию впереди. Прием. Бегите за силуэтами на крышах. Всем отойти, будем вести отстрел за ней. Готов. Пулеметчик, двухэтажный танец. Где еще есть? Справа, первый этаж. Не вижу ни хрена. Есть, блин. Грёбаные машины. Так, а у меня, кстати, тут патроны кончились. Б-6, по фронту возможна засада. Мы подъедем, когда расчистите территорию впереди. Прием. Так, где-то тут СВД было, я помню. Следите за силуэтами на крышах. Всем отойти, так, вот так вот, херак, вот так вот, так, опаньки. Готов. Так вот, опань. Приветчик, стоять. Двухэтажное здание, 30 градусов справа, первый этаж. Цель захвачена. Огонь! Нормально. Готов! Пулеметчик! Двухэтажное здание, 30 градусов справа, второй этаж! Есть цель! Где? Огонь! Готов! Пулеметчик! Двухэтажное здание, 30 градусов слева, второй этаж! Цель получена! Огонь! Готов! Так, нормально пока. Огонь! Вон тех надо подбить. Убила гранатой нахрен. Вас убила граната, следи за индикатором гранаты. Блин, твою ж мать-то. Потихонечку по одному тогда твари таких. Сейчас я сделаю им огонь. Шок и трепет. Да. Ой-ой-ой-ой. Да что я мать-то, да как так-то? Ну мне надо пробежать, просто пробежать и там устояться уже. Давай. Цель захвачена. Цель захвачена, как захватывай. Ну давай. Ты даже запрыгнуть не можешь, тварь такая. Пулеметчик, трехэтажный сзади, 15 градусов справа. Вот так. Есть цель! Огонь! С танком-то ни хрена не будет, это мы знаем. Готов! Пулеметчик, трехэтажный сзади, 30 градусов слева, второй танк! Где он? Есть цель! Огонь! Второй этаж!
Где еще кто есть? Бля. Так. В6, мы выдвигаемся. Вас понял! Готов! Пулеметчик! Трехэтажное здание, 15 градусов справа! Второй этаж! Да. Есть цель! Огонь! Тихо! Пулеметчик! Трехэтажное здание, 30 градусов слева! Второй этаж! Огонь! Так. Бля, да как ты так за меня за спиной -то оказался? Тебя же не было там. Гнида. Огонь! На. Так. Давайте потихонечку продвигайтесь сами там. На. На. Да я стою мать. Кстати, смотрите, смотрите, что я заметил. В на танке, это, господи, это какой год. Это лохматый год, но тем не менее, В на танке уже есть. А это значит, наступают туда российские войска. Спокойно. Лоханулся. Ох. Так. Где вы? Пусть взорвется лучше сейчас. Твою ж мать, тогда как так-то? Так как так-то? На другую сторону пойдем. Так. Да. Б6, мы выдвигаем. Давай. Вот так. Вот так вот наряд. Огонь!
Блин, а как он свой-то там оказался? Блин? Есть цель! Огонь! Готов! Пулеметчик в трехэтажном здании, 30 градусов слева! Второй этаж! Давай, есть давай, цель! Давай, где тут? Где? Пулемет хочу, значит. Вас понял! Уходите и удерживайте позицию у поворота! Прием! Вас понял, выдвигаюсь. Так, ну давайте, хоть немножко вы-то поработайте. Готов! Есть цель! Огонь! Готов! Есть цель! Огонь! Давай. Опаньки. Чё, не попал? Да как не попал-то? Должен был попасть. Так, наверх. Давай, ты за мной идешь? Вижу плохих парней. Ох-хо-хо-хо-хошеньки. Только еще ты не замахнись на меня, тварь. На подавление. Я вас подавлю сейчас. Продолжай, Диаго. Продолжай, Лисой. Пусть лежат. Последний, заходите с правого фланга. Они отступают. Все выстрелили. Возможно, это ловушка. Так. И... вот так. Зачистили комнатушку. В спину нам теперь не ударят. Бежим. Давайте, вы ко мне идете, нет? Или что? Открывай дверь. Заходим! Так, пока неплохо. С этого края тоже хорошо. Стойте! Вражеский танк на дороге! Вражеский танк на дороге. А что мне делать теперь? Гранатомета-то нету здесь у меня. Уж извините, но я без него сюда пришел. Стойте! Вражеский танк на дороге! Стою. Кабан бежит! Т-72 за зданием, 60 градусов слева! Вас понял, Б-6, он у меня на терморадаре. Переключаюсь на ручное.
Целься! Давай! Сгорел! Молодцы! Так, где пехота? Именно то, что надо! Отлично, Кабан! Многих перебили! Теперь убираемся отсюда к черту! С дороги! Вас понял, Б-6. Так это... Долго еще? Б-6. Давай. Взвод направляется к вам. Доложите обстановку. Прием. Ценный груз цел и невредим. Мы почти у 4-го шоссе. Скоро должны увидеть второй взвод. Ну, где вы, падла? Бежим. Лейтенант Васкес, на связи пират 2-5. Приближается оперативная группа для захвата Аль-Асада. Объявляется аврал, так что все срочно на борт. Прием. Вас понял. Ну что ж, я могу сказать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Пока. Все на борт, вылетаем. Давай, я уже на борту.